Всем привет! Мы при всем параде едем на очередной пикник. Будем праздновать день рождения Ксюшиной мамы. У нас тут в парке, на нашем любимом месте. Видно, им сильно понравились наши места, потому все праздники, все встречи происходят здесь возле нас. Нам обещали сегодня тепло, 24, но пока прохладно. Мы поодевались, нам ничего не страшно. Солнца нет, хотя обещали, что будет солнечно. Надеюсь, что солнышко еще появится, оно еще в пути. У нас сколько времени, Маш? Около 12. 12 где-то, да. Мы идем. Степа уже на месте, пошел занимать место. Говорит, что там уже народа тьма. Люди, вот, наверное, еще пользуются вот этими деньками теплыми. А то кто знает, когда задует. Может сегодня, может завтра. И потому люди выходят. Ну и там индусы облюбовали место. Капец. Видно, тоже так живут, как мы в этих, в апартментах. Ну и где им праздновать? Вот туда они и выходят. У них там куча детей, куча всего. Шумно они, конечно, там собираются. Мы собираемся небольшими компаниями. Человек 10 нас, наверное, будет. Но тоже нужно место, нужен столик, нужна барбекюшница вот эта. Будем же что-то жарить. А Степа сейчас пойдет, тоже забросит пару раз удочку свою. Он же без этого жить не может. Это должно быть обязательно в программе. Вот такие вот цветочки красивые мы приобрели для Мирославы. Чтобы она у нас всегда была такая цветущая, как этот букет. Взяли подарочек. Небольшой, скромный. Ну и, конечно же, бутылка вина. Будем праздновать в такой вот простой, опять женской компании. Степа будет, как всегда, на разливе. У него одна специальность, одно направление в наших встречах. Ну, такая его доля. Есть полно мужиков, но что-то мужики всегда заняты. У них свои проблемы. Здесь в Америке всегда выходные для дел домашних, для дел тех, которые ты не сможешь сделать, когда ты работаешь. Это нужно по магазинам, по банкам, по всем инстанциям, которые работают по субботам. Потому не все могут выйти с тобой и как бы посидеть потихонечку, порадоваться жизни. А мы всегда встречам рады. Под любым предлогом мы не отказываемся. Мы все перекладываем. Мы можем все отложить, но встречу мы не можем отложить. Надо так надо. Снимать, наверное, пикник этот встречу я не буду, потому что, ну, девчонки не хотят. Они не звезды Ютуба, как некоторые. И потому звоняйте. Так, может быть, издалека покажу, что там делается. Степа позвонил, сказал, что там какая-то dog school тренирует собачек. Сейчас посмотрим, если мы их еще застанем там, посмотрим, что за собачки там тренируются. Может, кому-то тоже будет интересно. Маша. Он забыл выключить. Он забыл выключить поворот. О, видишь, он этого догнал. Ему надо переговорить. Тут две грузовые машины переговариваются между собой. И им пофиг, что ты едешь за ними и собираешь очередь. Им надо обсудить какие-то дела насущные. Мы на месте. И у нас тут сегодня большой сабантуй. Столы накрыты. Гостей пока нет. Но намечается большой шухер. Наверное, свадьба. А мы вот так вот в сторонке. Никому не мешаем. Собак уже нет. Ушли. Степа пошел к озеру. Маша будет сторожить точку,
Наша барбекюшница ждет мясо. Девчонки сейчас приедут, привезут. Красота, листья, зелень и вот красные листья. Очень красивые фотки получаются в этом сезоне. Вот там они и фотографируются уже молодожены. Вот там, вот там, вот там, вот там, вот там. Видно, чтобы не собирать людей в ресторане, они решили здесь. Выкупили вот этот парк на сегодня на какие-то там часы. И будут гулять. А вот и невеста. Фоткаются тоже в разных позах. С гостями, с женихом. А мы ждем девчонок. Красивые места здесь сейчас для фотографий. Приятно походить, пошуршать листочками. А вот и озеро, и гуси. Где-то есть тут они, рядом. Вот он, Степа, в засаде. Они ему всю рыбу распугают. Спуститься еще надо аккуратно. Вот в такой красоте ловит Степа рыбу. Гуси, вот они. Плавает. Расчесывается, чистится. Вода зеленая, но ряска чуть-чуть упала уже. Очень красивая картинка. Ага. Людей нет еще пока. Обычно здесь рыбаки уже сидят. Пока тихо. Красота необыкновенная вокруг. На фоне вот такого вот голубого неба, вот такое разноцветие. О, о, что-то не понравилось уже. Вот такая вот зеленая вода внизу. Такая хорошая осенняя погодка. Красавцы. Осенний лес красивый. И грибов в этом году я не видела. Абсолютно никаких. Иногда бывает, но год на год не приходит. Степа тут хозяйничает. Вкусняшки. Будет у нас картошечка, овощи. Девочки собираются. Свадьба продолжается. Як попала ти сюди, якось ранньою весною, козак правий прискакав, милувався довго мною, а тоді собою взяв. Милувався довго мною, а тоді з собою взяв. Він хотів мене калину посадить своїм саду. Не довіз і в полі думав, що я пропаду. На камені стою, кругом мене чари сиплять, а яйця не бою. Кругом мене чари сиплять, а яйця не бою. Кругом мене чари сиплять, а я не боюся. Кругом
хочу до вечора, ай-яй, притулюся. Коби швидше до вечора, ай-яй, притулюся. Вот наша компашка прощается. Расходимся, кто куда, все по своим домишкам. Все, и вам всем пока, всем счастливого, всем хорошего дня и настроения. Бай-бай.